сообщает ТАСС о Севастополе главы Савах, что восстанавливать штольни начали для населения укрытия. Мой старший сын в районе Севастополя живет. Потому я ценю этого главы о севастопольцах заботу. Спокойней теперь буду наблюдать. Будут развиваться как СВО события. Спокойнее продолжу с напоминаниями всем пословицы. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Над клипами работу. Да. Вроде вот так посмотреть, все замечательно. Безоблачное небо, солнышко было весь день. Но. Температура воздуха всего плюс 11 градусов. Да. Лето. Эх, лето, где ты заплутала? Вот такие вот дела.